В этом году закончились работы по закрытию Силамейской свалки. Уважаемые горожане, следует отметить, что основные экологические объекты, которые у нас планировались к завершению, в частности на этот год, они осуществились. И вот последний, самый крупный объект, который довольно, так сказать, сложно у нас шел процесс его закрытия, допустим, свалка или полигон твердых бытовых отходов города Силамяя, который находится в Айвырской волости. Вот. Вот по такому проекту эта работа сейчас завершена. То есть это не значит, что закрыли и забыли. Здесь есть система очистки, 3 биологических пруда очистки. Есть система очистки пересбросом в окружающую среду и в реку Сытки. Дальше, вот, здесь есть скважины контроля, поэтому в течение 30 лет этот объект будет под эгидой Силамяя Линовалисус вести за ним контроль, не оказывает ли он влияние на окружающую среду. То есть высота в этой точке от подошвы находится, так сказать, на высоте 10 метров. Вот, территория порядка около 3 гектара. Вы видите, что кругом лесной массив. То есть есть система, так сказать, подъездная дорога, есть кругом, так сказать, зеленое насаждение. То есть какого-либо отрицательного влияния на окружающую среду данный объект не должен оказывать и, как показывают исследования, не оказывает. Он закрыт в соответствии с евродирективой и выполнены все требования, которые были по проекту. Теперь надо сказать, что вклад фирмы, которая здесь работала, у нас фирма «Экоклинер Силамяя», она обеспечила наше вложение со стороны нашего бюджета, то есть та сумма, которая необходима была со стороны Линовалисус, она полностью обеспечила за арендные дела. То есть мы как бы из своего бюджета не потратили средства, то есть это перечислено фирмой. Поэтому можно всех нас поздравить, что в конце концов этот трудный объект в установленные сроки закрыт. Теперь что я хочу сказать. В прошлый раз мы вели разговор о системе обращения с отходами. Вот сейчас вы посмотрите ролик, который, так сказать, говорит о том, какая у нас сейчас действует система сбора отходов бытовых в городе. Вот, но уже хочу сказать и поблагодарить жителей, руководителей муниципальных учреждений, которые после обращения по телевидению ко мне обратились и высказали свою поддержку тому, той системе, которая у нас действует. Вот поэтому я благодарю за это. Ja nüüd läheme juttudega Sillamäele. Nimelt Sillamäel on täiesti ainulaadne prügikogumissüsteem. Ei ole nii, et sillamäelane läheb suvalisel ajal oma prügikottidega välja. 2 korda päevas täpselt kindlatel kellaaegadel tuleb prügiauto iga sillamäelase kodu juurde ja siis tuleb oma jäätmetega valmis olla. Meie reporter Mirjam Matiisen käis asja koha peal vaatamas. Kell on 9 hommikul, me oleme Sillamäel Viru tänaval. Inimestelt prügi kokkukorjav auto peaks siia saabuma mõne minuti pärast ja nagu me näeme, siis inimesed juba ootavad. Prügiauto sõiduplaan on hädavajalik lektüür iga sillamäelase kodus. Igal elanikul on täpselt teada, mis kell ta oma prügi välja viib. Eestis täiesti ainulaadse prügikogumise süsteemi mõttekuse üle kohalikud enam ammu pead ei vaeva. Nemad on sellega harjunud ja rahul. Ну, очень нам нравятся машины.
Вот, контейнера нам не нравятся. Контейнера, вы сами видите, в Таллине или где там, вот, сколько вони, сколько грязи вот вокруг этих контейнеров. Это для нашего города, я думаю, что не подходит. Нормально, нравится. Машина очень удобна, она два раза и утром, и вечером подходит. Очень нравится. У нас чисто, зато никаких нигде нету, не валяется ничего. Привыкли два раза. А некоторые люди, Соня, да? Бросят туда около ящика, и все будет валяться, это все. У нас чисто, прекрасно, очень хорошо. И мы привыкли, выходим. Кроме кот. Вот и свежим воздухом подышим. Приятное с полезным. Нравится. Почему? Ну, потому что, во-первых, не накапливается мусор и нет бомжей, которые бы рылись в контейнерах. И нет неприятного запаха. Да, кстати, очень хорошо, потому что крысы заводятся в больших городах. Sillamäe linnavalitsus tunneb oma ainulaadse süsteemi üle tõelist uhkust. Selleks, et kõik linna inimesed ikka jõuaksid oma olmejäätmed prügiautosse visata, on välja töötatud keeruline logistiline skeem. Kaks korda päevas hommikul ja õhtul sõidavad kolm spetsiaalset prügiautot mööda paika pandud marsruute. Iga maja lähistel peatutakse 4-10 minutit. Если вы смотрите телевидение, какой-то хороший фильм, и вам нужно вынести свои домашние отходы из домашнего контейнера, то не нужно бежать. Вот именно, раз вы заняты или на кухне, или смотрите что-то, вот, то можно в течение примерно 40 минут часа, вот построена машина, ходит таким образом вокруг жилых зданий, что можно пройти в соседний двор и там сдать свой домашний контейнер. Но почему это лучше, чем контейнеры? Ну, контейнеры, я не знаю, у нас не было их контейнеров. Вот эта машина как ходит, все время ходит и нормально. Я пенсионер, мне все равно. В свое время тоже работал, а время хватало вынести мусор и посмотреть. Не знаю, не скажу плохого, ничего. А это только если работаешь, не всегда попадаешь, а так не знаю. Ну, если работаю я, как, например, через два дня, то... Не выношу это время, выношу попозже. Vladimir Mirotvortsev, Sillamäe linna peaökoloog, peab end põhimõtteliseks konteinerite vastaseks. Tema on ka üks neist, kes juba 30 aastat tagasi konteinerivaba Sillamäe projekti alustas. Дело в том, что у нас уникальная архитектура после Второй мировой войны построен город в основном. Вот, и вы видите, какие здесь здания. И когда стали вот смотреть, что именно для этой части города нам не подходят контейнеры, они не являются украшением. Это во-первых. Во-вторых, контейнер это что? Летом это мухи, значит, другие экологические проблемы возникают. Поэтому решили пойти на эксперимент. Ka tänaval võib kohata inimesi, kes nostalgiaga neid aegu meenutavad, mil Sillamäel veel sai oma koduprügi suvalisel ajal prügikasti visata. Kuid neid aegu ei igatseta enam mitte mingil juhul tagasi. Нет, раньше, когда очень давно-давно, то, конечно, стояли урны с мусором. Не очень удобно. Тем более птиц много, там чайки, бакланы, они все на этой свалке. Все у этих урн. Lisaks sellele, et elanikelt autoga prügi kogumine hoiab linna puhtana, on sel süsteemil linna peaökoloogi hinnangul veel palju teisigi plusse. Мы, так сказать, заинтересованы, отходы не должны лежать в городе, а как можно быстрее попасть на переработку. Допустим, в Нарве и в Ихве мы видим это дело. То есть товарищество ставит контейнер свой, покупает. Соседний дом идет, из соседнего дома кладет туда свои отходы. Идет протест, то есть платит каждый за свой контейнер. У нас каждый житель... Это тоже определенная степень уникальной системы. В месяц платит 15 крон 30 центов. Каждый житель. И он может в любой точке города опустить свои отходы в этот специализированный автомобиль. Вот, поэтому между квартирными товариществами и простыми домами, которые, значит, есть управляющие, никаких конфликтов нет.
siis kui siiski leidub ka Sillamäel inimesi, kes meelsasti valiksid ise aja, millel oma olmejäätmed korterist välja toimetada. Linnavalitsuse hinnangul omab sellist arvamust umbes iga kümnes Sillamäe elanik. No prinsipi уже привыкли, хотя с контейнерами было бы лучше. Конечно. Так приходится и с работы пораньше, и подгадывать, так скажем. Контейнеры были бы намного лучше, удобнее. Мы постоянно проводим опрос в городе. И есть часть молодежи от 7 до 12%, которые считают, что контейнеры, может быть, были бы удобнее. Но у нас для таких людей есть и домик отходов, и в определенных местах в городе, кто не успевает, могут подъехать. У нас город на мобильных, мобильные, вернее, все жители имеют автомобили. Вот поэтому можно всегда подъехать и вне графика сдать свои отходы. Terve linna peale, kus elab pea 17 000 elanikku, on ööpäevaringselt avatud 3 olmejäätmete konteinerit, kuhu vabalt valitud hetkel saab oma prügikotti poetada. Ka ringvaatekaamerate jäi mees, kes taolis konteinerit kasutas. Siit sealt leiab konteinereid ka sorteeritud prügile. Prügiautosse on ikkagi oodatud olmejäätmed. Vam kasutsa, et для всех нравится спеть в Силамее? Ну, смотря у кого, сколько приезжает. Бывает, мусорка в 5 часов приезжает. Люди еще с работы не успевают прийти. Так что для всех по-разному. Но есть несколько, которые недовольны. Ой, даже не знаю. Он меня устраивает, как у нас мусорка приезжает. 8 вечера вполне нормально. Все с работы успевают приходить, вместе мусор. Vähe tähtis pole linnavalitsus arvates ka sotsiaalne tugi, mida ainulaadne prügikogumissüsteem Sillamäel pakub. Prügikoti väljaviimine tähendab selles linnas ka võimalust juttu puhuda oma lähimate naabritega. Me иногда живем в многоквартирном доме, не знаем, кто живет на соседней квартире. И поэтому, как вы наблюдали в городе, что люди приходят, пока у них есть 2-3 минуты, они могут общаться, обсуждать какие-то тоже свои проблемы. Это тоже способствует решению каких-то социальных тоже моментов. Мне уже 68 лет. Более 40 лет я работаю на государственной и муниципальной службе в городе Силамяе по охране здоровья и охране окружающей среды. Поэтому, как говорится, пришло время подводить итоги. И 1 октября этого года я ухожу в отставку и выражаю благодарность партнерам, коллегам, с которыми работал, вот, нашим жителям, за поддержку многих начинаний, в которых мне удалось участвовать. Программы основные по окружающей среде выполнены, все крупные проекты тоже выполнены. Вот. И, так сказать, можно какие-то итоги подводить, и система обращения с отходами работает тоже нормально. Будут разрабатываться следующие программы по отходам, ну и будут учитываться ваше мнение, так сказать, каким образом дальше нам развивать отходное хозяйство. Вот я благодарю всех за сотрудничество. Желаю нашему городу процветания, свежего морского воздуха. Вот, и всего доброго. Продолжаются работы по реновации помещений и фасадов Силамяевского профессионального училища. Проект реновации учебного корпуса финансируется из Европейского фонда регионального развития. Городское профессиональное техническое училище – это действительно интересный и динамично развивающийся объект. Вы знаете, что в последнее время проведены различные работы, связанные с реконструкцией и улучшением производственной материальной базы. В прошлом году отремонтировано здание общежития, где в конечном итоге мы лишились 3 этажей, но получили новое качественное здание общежития с утепленными фасадами, с интересной отделкой. Сейчас наметилось дальнейшее. Сейчас проектируется следующая очередь развития комплекса профессионального технического училища. Это уже учебные помещения, административные помещения и так далее. Поэтому мы на этом совещании рассматривали как фасады, что будет с ними дальше,
какие интересные появятся идеи по улучшению фасадной части комплекса. Кроме этого, мы рассматривали спортивную составляющего комплекса профессионально-технического училища. Вы знаете, там очень большой серьезный стадион. Вопросы благоустройства, вопросы, связанные с функционированием в черте города этих помещений. И сделали акцент на том, чтобы территория профессионального технического училища была очень интересной, нестандартной. Допустим, перед зданием училища могла бы возникнуть площадь, площадка для массовых каких-то таких мероприятий с установкой флагштоков и так далее. Уважаемые горожане, в рамках международной акции «Неделя движения» в пятницу 3 октября в 16:00, а также в субботу 4 октября в 11:00 спортивный комплекс «Калев» приглашает всех желающих в Бор на оздоровительный поход. Поход включает в себя бег, пешую ходьбу, а также ходьбу с палками и езду на велосипеде. Дистанция ненормированная, примерно 5-7 километров. Сбор у спасательной станции за 10-15 минут до старта. В рамках той же акции в воскресенье 5 октября в 14:00 приглашаются все желающие в желтое здание на бесплатную аэробику. Здесь хочу обратить ваше внимание, что количество мест ограничено. Все участники вышеуказанных мероприятий получат призы. Для регистрации на мероприятие просьба обратиться к администратору спорткомплекса или позвонить по телефону 39 74 077. Еще раз повторю телефон 39 74 077. Уважаемые горожане, после летних каникул в спорткомплексе «Калев» возобновили свою деятельность городские спортивные клубы и группы здоровья. В стенах спортивного комплекса вновь проводятся занятия по футболу, баскетболу, художественной гимнастике, теннису, тэквондо, легкой атлетике, а также оздоровительные занятия по йоге и пилатесу. Напомню, что атлетический зал и оздоровительная сауна – также к вашим услугам. С 8 сентября открывает свои двери плавательный бассейн, где возобновят свою деятельность спортивный плавательный клуб и клуб оздоровительного плавания. Мы сейчас находимся с вами в легкоатлетическом манеже, где проходит реновация полового покрытия. Совсем недавно завершилось бетонирование покрытия. Сейчас происходит его разравнивание, а в конце сентября планируется завершить укладку нового тартанового покрытия. И в начале октября манеж должен быть вновь открыт для посещений. Полную информацию о работе клубов можно получить, позвонив по телефону 39 74 077. Еще раз повторю, для получения полной информации о работе клубов в спорткомплексе можно позвонить по телефону 39 74 077. Уважаемые горожане, здравствуйте, жители города Силамяя. Вот и закончилось лето, а это значит, пора на тренировку. Я Сергей Корт, хочу пригласить вас на свои занятия. Мои занятия следующие. Акваэробика во дворце плавания или бассейн. Они проводятся понедельник, среда, пятница с утра 8:30. Понедельник, среда, пятница вечером в 19:00 и вторник, четверг вечером без 10:08. Также я провожу йогу. Это вторник, четверг во дворце спорта, фитнес-зале в 9:30. И пилатес. Это вторник, четверг в 18:30 тоже в фитнес-зале. Все занятия хороши, выбирайте себе на вкус и также посоветуйтесь перед тем, как прийти к доктору, чтобы он вам подсказал, что вам лучше и можно ли вам ходить на занятия. Все, спасибо, жду на занятиях.